Роза София, привет, добрый вечер. Сегодня такой восхитительный закат, друзья. Возле речки прекрасной, волшебной. Мы гуляем с Розой. Сизопция называется, как чисто река переводится. Роза София счастлива. Уже сегодня мы гуляли, скажи, и мама моя гуляла, и я гуляла с ребенком. В общем, Роза София или нам везет, или ей везет, непонятно, да, скажи, Роза? Пойдем. Такие вот камушки. Такой великолепный закат. Очень у нас Роза такое солнышко, как солнышко, да, так Роза позитивное солнышко, которое никому не отказывает в прогулках. Скажи, да? Роза. Что-то за камушек спотыкнулась. Роза меня ждет. Да? Или не ждет Роза София? Ждет или не ждет, не пойму. Так. Вот такая бурная рука, река, но Роза София, она понимает, если она купается, то есть такие, как снимала небольшие от реки ответвления, да, и она обычно в них купается. Таких огромных прямо, я ее где-то бывает все равно переживаю, говорю, Роза, нет, не надо, не надо. Здесь вот рядом тоже, возле речки целый этот самый райончик. Люди живут, мы на другой стороне вот здесь вот живем. Вечер действительно великолепный. Да, Роза София? Купаться только уже вечером, я думаю, не стоит. Если днем еще было тепло, Роза купалась, то сейчас уже вот такая вот девчонка. Никогда бы не подумала, да, что пекинесы такие активные, такие путешественники, друзья. Роза, иди сюда. Ах ты, маленький путешественник. Путешественник такой маленький. Да? Она за себя может постоять, друзья. Но все равно она хоть и думает, что она овчарка, да, иногда. Я ей объясняю, говорю, Роза, нет, не надо на таких огромных собак, да, рычать. Да, вот она подтверждает. Пошли еще пройдем вот туда, вот мы доходим до вот этого, так сказать, края речки. Вообще она очень длинная, можно и в ту сторону ходить, но там сейчас люди. Роза решила, что-то решила, попить или поплавать? Непонятно, да, Роза? Непонятно, что Роза София решила. Что-то решила, друзья. Да, мы пойдем пройдем. Закат, конечно, великолепный. Роза София обожает такой закат. Да, Роза, были и дождливые деньки. А когда хорошая погода, так мы вообще с ней в таком позитиве находимся. В таком счастье, в таком позитиве, да, Роза? Иди сюда. Эй, Роза, Роза София, скажи что-нибудь. Ты счастлива? Ах, ты умница такая. Роза, иди сюда. Пойдем еще пройдем. Вот так вот мы и гуляем. Ну и в горы тоже путешествуем. У нас не только вот возле речки, и к морю, и в горы. Есть даже рюкзачок мне для таких маленьких путешественниц специальный для и собачек, и кошечек. Вот она, видите, как любуется речкой. Мне даже немножко сердце переживает, да, думаю, такая река. Но она не лезет далеко. Молодец, очень умная собачка. Так что подписывайтесь на наш канал. Будем вместе гулять. Расскажите, какие у вас питомцы, что ваши питомцы любят. Да, Роза София? Скажи, что ваши питомцы любят. Вот у нас такое оранжевое, рыженькое солнце, да? Она очень любит медитировать. И когда я, бывает, тоже так сяду, смотрю, и Роза София тоже смотрит. Так это мило, конечно. На поющих чашах играю. Она со мной вот сидит вот так вот тоже медитация качается. В общем, мы на одной волне, друзья. Как классно, когда у тебя есть подружка, да? С которой друг друга понимаешь с полслова. Ну, иногда, конечно, дома напакостит. Очень любит рвать салфетки. Я на это обижаюсь. Она тоже бывает что-то там обижается. И как все девчонки, конечно, скажи, ревнивая. К ребенку где-то ревнует. Ну, это так, что она там где-то подойдет. Я ее тоже, бывает, перед сном могу кроватку положить. Она с нами полежит. Вот я говорю, Роза, ну, у тебя свои же есть. Вот она радуется, хвастается, друзья. Вот такой вот маленький хвастунишка у меня. Роза Софа. Роза Софа хвастунишка, друзья. Роза Софа, ты хвастунишка? Иди сюда. Кто такой хвастунишка? Роза София? Роза, иди сюда. Вот так вот она носится, хвастается.
Так, она ходит в туалет, не буду снимать. Ну, очень доброго вечера всем.